Мартышкин труд продали за 77 тысяч долларов. Размытые фотографии Красной площади в Москве ушли с молотка за 77 тысяч долларов на аукционе Sotheby's в Лондоне. В то время как цена может показаться грабительски высокой для фото достаточно низкого качества, причиной такой оценки стало то, что фотографии были сделаны шимпанзе. Шимпанзе по имени Микки сфотографировал московскую достопримечательность в 1998 году под руководством двух российских инновационных художников. И хотя многие люди могут подумать, что покупатель был не в себе, заплатив столь высокую цену, но она не сомневается в правильности своего решения. К сожалению, сам Микки не дожил до момента, когда мир оценил плоды его творчества. Но как многим художникам, так и дому Sotheby's его работа принесла и выгоду, и успех.